Проекту «Дефиле на Кировке» уже 16 лет. И если первые показы дарили челябинцам возможность вживую увидеть настоящих моделей, которые представляли сложные подиумные образы, то в последние годы парад превратился в фэшн-шоу для всех. Это очень демократичный проект, который как раз и показывает возможности моды, возможности вот современных дизайнеров, дизайнеров со всего мира. Есть и вот греческие шубы, итальянские, есть турецкие, есть немецкие коллекции. В том-то весь смысл. Когда мы показываем только на моделях, а людям, обычным людям, неинтересно это смотреть, потому что вещи эти с модели, они на себя не наденут. Мы покажем одежду для детей, для женщин, для мужчин, для людей разной комплекции, от самого маленького размера до расширенного размерного ряда. Показы будут делать и дети, и профессиональные модели, и взрослые женщины, чтобы всем зрителям, всем категориям зрителей было интересно. А мы хотим наших горожан порадовать какой-нибудь интересной новинкой, какими-нибудь мыслями своими дизайнерскими. В Светлане там всегда, конечно, много творческих личностей, мне с ними интересно. Мы все равно одно дело делаем. Образы, составленные из готовой одежды, обычно собирают за пару недель до события. А вот авторские работы начинают готовить за несколько месяцев. Дом моды «Фортуна» свою коллекцию посвятил великой Габриэль Шанель. В нашем дефиле участвуют VIP-клиенты нашего дома моды «Фортуна». И, конечно же, они любят красивые вещи, неординарные, эксклюзивные, очень много ручной работы. То есть некоторые вещи вот, полностью собираются вручную полотно, расшивается жемчуг итальянский, такой достаточно хорошо, он и на сцене, и в жизни хорошо смотрится. Коллекция готова на 100%, уже полностью, абсолютно. Мы сегодня только расстановку будем делать по цветовой палитре, по стилистике. Каждый выход на подиум – это перформанс с участием танцоров, музыкантов, световыми эффектами и оригинальной музыкой. У нас традиционные показы – это Капитоль. Также мы ежегодно показываем коллекции мужской одежды Пеплоса. У нас будет представлена немецкая одежда Рабе. Также у нас Максимода магазин представляется, Эйфория. Лига джентльменов – это тоже одежда для детей. Вот, собственно, достаточно вот, охватить всю категорию магазинов, чтобы понять, верхняя одежда, там, нарядная одежда. И, ну, вы можете сейчас посмотреть, просто сами сделайте выводы, что модно в этом сезоне, что и с чем можно комплектовать. И можно в одном магазине, можно из разных магазинов составить комплект. Будет показываться мужская коллекция, представлены пальто, костюмы, пиджаки, трикотаж. То есть огромный выбор как для молодого, так и для более взрослого мужчины. Безусловно, примерки были. Девочки готовились очень давно. Была проделана огромная работа. Я думаю, что показ пройдет на очень высоком уровне. Сегодня на параде мод рады представить нашим дорогим женщинам итальянскую коллекцию в деловом стиле, естественно, в коричневых цветах и их оттенках. Самые красивые и актуальные аксессуары, прекрасную обувь и все самое трендовое. Мы для каждого возраста подберем модель, подберем расцветку, и при том ни один человек от нас не уходит недовольным. Есть много разговоров на тему, может ли быть модным и стильным промышленный город. И пусть после этих споров каждый остается при своем мнении, но очевидно одно – люди, которые хотят создавать моду в Челябинске, есть, и они успешны.